Всем привет! Продолжаем ездить в игрушку Flatout часть 4. Серию дерби проходим. Погнали, следующее. Кровавый металл называется. 4 трассы. А лесопилка, там где-то зима, завод, а нет, там не завод. И еще какая-то очередная карта в пустыне. А лесопилка, Робертс и сыновья. Лесопилка в лесу окружена грязными, резкими поворотами и кочками. Да тут и без кочек перевернется. С такими управлениями. Поехали посмотрим. Разгон. Все на ржавых корытах. Грузовик, ты-то тут что делаешь вообще? Он нисколько не хуже гоняет. Даже быстрее, чем я, едет. Обалдеть. Надо помочь им быстрее, чтобы поехало. Давай. Нитро. Да, конечно. Как не врезаться-то? Надо всех обогнать. Вот было бы этот еще турбо бесконечно, тогда спокойно можно было бы обгонять. Подвиньте, да? Все идет почти нормально. Надо их спихнуть с дороги. Че они едут? Даже не врезаются никуда. Так легонечко, так чик, пушиночкой задел и понесло. Вы хоть врезаетесь? Чё вы ездите без аварии? Капец, таскает. Четвертый. А, не уже второй. Вот это управление. Вот это управление, так. Это хардкор называется. Ага, так на двух колесах не ездят с нормальной физикой. Да куда тебя понесло-то? Такое ощущение, что у машины здоровенная плита на крыше.
которая сразу же наклоняет машину, переворачивает при малейшем наклоне. Ну, пятый. Четвертый. Ха, секунду, блин. Даже меньше. Полсекунды. На 3 очка меньше. А как на машину там деньги набирать? Тут какие-то копейки дают по 1000 за один заезд. А машины там под 80 есть. Плотина McKinsey. Продемонстрируйте свои навыки и заноса в этом зимнем состязании. Какие заносы тут по асфальту ее носит, как по льду, на котором масло. На старт, внимание, поехали переворачиваться. Узенькое пространство. Едь вперед. Как он так едет на своей коляске, он какой-то этот пикапчик. Турбо-то негде использовать. Поворот на повороте. Вязу. Уже вы тут кучу мало устроили. Надо аккуратнее ехать. Блин, надымели. Давай, чуть-чуть осталось. Разойдись. Уйди, уйди. Третий. Нормально. Сойдет. Это общий зачет. Третье место нормально. Едем дальше. Называется канал. Склады, забитые под завязку товарами, и широкий скользкий канал. Что может пойти не так? Все супер гладко.
Они все срываются быстрее, чем моя машина. Ну, на этой трассе-то я, наверное, их, думаю, обую. Ой-ой-ой. Да что-то тут столько хлама. Так, чуть-чуть, так, чик. Вот как раз он, почему, да. В этот момент поехал. Понесло. Где барахло, которое постоянно летело в прошлых частях, когда спереди противники ехали? Третий. Что-то они далеко оторвались. Покрышка вообще не ощущается на машине. Зато другие предметы хорошо ощущаются. Вот почему ее в бок понесло на трамплине. Ровный прыжок был всеми колесами. Но физика подумала, что удар прошел только на одну сторону колес. Вот тут тоже непонятно, на бок подкинуло. По воде гонит, даже ни грамма не снижая скорости. Есть все шансы приехать первому, как я и говорил. Вот в лесу просто капец ездить по этой лесной трассе. Везде лес, ничего не видно. Кочка на кочке таскает. Хотя тут и по асфальту нисколько не лучше, так же как по грунту едет. Ого, вот это я не заметил как-то. Подворачивать вот опасно. Не знаю, как на других машинах, а на этой вообще. Подвернуть страшно, а вдруг занесет еще хуже. Вот это что это было? Что это за сальто на ровном месте? Волшебная физика. Эй, что, обогнать? Тут меня вздумали. Быстрее бы новую машину
купить. Не догонишь. Турбо, 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 включай. Вот это полегче трасса. Мощный удар. Толчок. Тысяча сверху. Второе место, отлично. Последняя трасса. Заброшенное депо. Тоже где-то в каньонах. Чтобы победить в этом соревновании, вам придется уцелеть не только на грунтовых дорогах в Вальверде, но и на заброшенной железнодорожной станции. Эх, каньон! Другая трасса. Да иди ты отсюда! Ты еще не стартанул, а уже пихаешься. Опять тут миллион развилок, куча барахла всякого. Ого. Вот на этой трассе они здорово летают. Всего-то два круга. Да переворачивайся. Да не может быть так, чтобы физика действовала. Как будто на магнит прилип. Эй, кучка, вы куда без меня там уехали? Надо их обогнать, 4 этих ездока. Вообще ноль управляемости. Вот, вот ты думаешь, занесет, не занесет? Даже несмотря на все эти твои подворачивания. Вообще ноль поворачиваемости. Куда ты едешь-то? Я уже давно кнопку сброса нажал. Иди отсюда. Его вот так вот надо побеждать. Капец, а если они тут так ездят, то как они будут ездить в финальных заездах? По-любому и там мощи прибавят. О, да. Первое место. Скин 1700. Куча опять этих поздравлений. Тут внизу начали открываться
промежуточная серия гонок дерби. Ладно. На этом пока закончим. Поедем в следующем видео проходить кубок по дерби в лобби. Оставляйте свои комментарии. Всем пока и до новых видео.